Огромная пробка образовалась накануне на Николаевском мосту. Она растянулась на сотни метров в направлении левого берега. Виной всему стал свадебный кортеж. Он полностью перегородил движение по одной стороне переправы. На кадрах с камеры наблюдения видно, как ехавший впереди внедорожник сначала остановится поперек движения, потом разворачивается и сдает задним ходом. Человек, который по пояс выбрался из люка, снимает все происходящее, после чего праздничная процессия вместе с невольными участниками затора медленно продолжает движение. Полицейские сейчас разыскивают и водителя этого кортежа. Водителю, который совершил движение задним ходом, грозит ответственность в виде штрафа в 5000 рублей, а остальным участникам за создание затора ситуации штраф в 2000 рублей. Поэтому сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают личности водителей для привлечения их к ответственности.